Всем здорово, ребят! Ну что, мы продолжаем с вами трэш. Мы сегодня на аккаунте моего подписчика Сергея, и у нас 100 тысяч накопленных самоцветов, хоть аккаунт немножко донатный, но это накопленные самые, и мы попробуем сегодня их правильно потратить. Находится он в гильдии Hard Party, пятый босс в час 00 по МСК, донатим побольше кэшек, вот так вот. Первое, второе, пятое места. Битва гильдии, атака фортов. Кидайте заявочки, вступайте. Поехали, посмотрим, что нам надо выбить. Такс, Бугимен, Махатма, Свалин, Аса, Оккультист, Ледяха, Трифит, Космо, Фопа. В общем, все как обычно, ребят. Все как всегда. У него донат до шапки, даже шапки нету. Странно, огника тоже нет. Ну, поехали. Начнем это выбивание. Слоты на склад. Заклинательница. Еще слоты на склад. Ну, тут я так понял, надо будет нормально слотов добавить. И сразу же, ребят, пару кликов, и сразу же нам падает оккультист. Ну, блин, что, поздравляю. Первый недостающий герой есть. Поехали дальше. Еще 5 слотов, и сейчас будет еще одна имба. Новый вид роллинга, ребят. Добавь слоты. Получи имбу. Бульдозер. Ара. Одержимый. Махатмушка. Неплохо. Укротитель. Сноу. Давай. Давай, рандомчик. Я в тебя верю. Кубчик. Седнушка. Ну, такое одержимое. Что-то сегодня химка. Давайте до легенды. И надо в рейд сходить. Фараон. Что-то сегодня как-то так-то не очень падает. Вчера было, конечно, круто. Вчера нереально круто падало. Ну, от ака до ака полная срака. Вот так вот. Так, добивайте там Седну. Ой, Седну говорю. Фрей, я уже заговорился. Поехали. Ведьмочка сразу падает. Череп сразу падает. Да ладно, ворожей. Нифига себе. Где ж ты был на предыдущем аккаунте? Лысая ты падла. Укротитель. Так, ну все, сейчас будет. Командорка, я говорил, сейчас будет имба, ребят. Укротитель. Трифит. Блин, что там, мы не только одного оккультиста выбили. Бульдозер. Как быстро самики тратятся. Люблю я вот так вот тратить самоцветы. Давно я, кстати, уже не ролил. Так, чтобы не видеть. Что там упало? Дракос. Так, и Атлант. И снайпер. Ну, блин, что я могу сказать? Такое, ну блин, на аккаунте хорошие герои уже есть. Итак, смотрим. Что я сюда полез? Нам не сюда надо смотреть. Нам надо смотреть вот сюда, ребятушки. Махатмушка, недостающий. Поздравляю. Оккультист, недостающий. Поздравляю. Уже, ребята, чувствуете, да, что мы вытащили? Нормально имба героев на 40к. Так. Свален Асура. Трифида, кстати, тоже сейчас откроем. И поехали дальше. Три героя у нас уже недостающих есть. Посмотрим, что у нас будет дальше. Поехали. Сноу сразу падает. Купидон. Да, это что-то было. А что это было? А что это было, ребятушки? Блять, у меня уже башка не варит. Поздравляю. Поздравляю, админ панелька реально тащит. Просто жесть. Вот так вот заходишь. Максимум допустимых мест. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну что, нам надо выбить Фобу. Надо выбить Бугимена еще. И все будет гуд. Трифит второй. Махатма вторая. Обалдеть. Ронин. Стрелок, вот это оно, ребят. Фараон.
Дракос, да ладно, Влад Дракула. Унижаем рядовчик Фрея. Седна Асура, Асура тоже недостающий. Поздравляю. Душек. Хорош. Давайте до 40к, чтобы не сбить. Бульдозер. Ну, рандомчик давай. Гаргул, РТшка, Кенди. Оккультист еще один. Легенды в двойном. Ребят, по две топ-лиги нам падает. Обалдеть. Просто обалденно. Ворожей. Жесть. Просто жесть. Так, блин, ну Бугимен. Бугимен и свален. Бугимен свален и космос с Фобой. Четыре героя, которых нам, блин, не хватает. Ну, сейчас попробуем. Поехали. В райд сбегаем. Одержимый. Видите, да, что делается? Посмотрите, что делается после рейда. Обалдеть просто. Леди Лео. Так, надо Фоба, Медуза, Фея. Хорош. Вот это второй за сегодня у меня аккаунт по 100 косамов. И, блин, реально классно падает от сотки. Я не знаю, почему так. Землеройка. Офигеть. Хранитель, тыковка. Сейчас будет где-то имба. Блин, вот знаете, что самое обидное? За сегодня сколько роллингов? Ни одного Фоба я не вытащил. Ни одного. Вчера они просто бешено падали. Так, давайте до легенды. Ниндзик. Вчера они просто бешено падали. Я не знаю, что так. Просто вчера, наверное, всех вытащили. Ну, сегодня я скажу, грех жаловаться вот этим вот героям, которые сегодня у нас падают. Они просто кайфовые. Призрачный, фараон. Так, интересно, мы хоть слизней там собрали? Да, слизней собрали. Единственный аккаунт у нас был там 11-15. Суккуб. Не хватает... Третий оккультист. Просто жесть. Я не знаю, что это за аккаунт. Леди Лео. Фрей еще одна. Это просто пипец, ребят. Ниндзик. Реально, здесь куча лег нападала в двойном. Одержимый. Просто двойной роллинг какой-то, блин. По две леги тупо падает. Дед Мороз. Призрачный всадник. Ну чё, последнее. Жесть. Ну, я думаю, что мы, наверное, не зря все-таки потратили 100 тысяч самов. Да, мы не дособирали там несколько, 4 героя осталось, но мы собрали более чем достаточно героев, плюс выбили им сразу же повторочки. Я не знаю, нам, наверное, все сейчас просто тупо не влезет на наш склад забрать все плюхи. Но мы все равно с этих плюх мы ничего уже не получим. Смотрите, сколько всего. Еще осталось. Блин, надо эмблемку открыть. Открываем плюшечки и попробуем еще с вами эмблемочку затащить. Посмотреть, что там нам выпадет. Ну, в общем, я доволен, честно говоря, роллингом. Более чем достаточно упало. Конечно, жалко, что оно падает в двойном размере. Лучше бы, конечно, новые герои упали нам, ну и даже так считаю неплохо.
Чик Бложный. Самая галимая за сегодня. Эмблемка, которая нам падала. В общем, такой вот роллинг. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.